Здравствуйте! Приветствуем всех, кому не безразлично счастье семьи. Мы продолжаем цикл программ о прекрасной семье и счастливом доме. Счастье в семье – это возможно. Счастье в семье – это возможно, если… Если следовать настоящим принципам создания счастливой семьи. Если знать эти принципы, если использовать их, если верить в благословение Всевышнего, того, кто дал их человеку. Есть только один способ достичь счастья – узнавать законы жизни и жить по этим законам. Мы продолжаем блок программ из рубрики «Семья и дом», посвященных женщине, жене и матери. Мы ищем и находим эти принципы в священных писаниях и на страницах книги о семье, автором которой является женщина, написавшая более 100 тысяч рукописных страниц. Эти рукописи послужили основой для создания 135 книг, которые не без основания можно считать богодухновенными. Принципы писания и книги о семье помогают нам не потеряться в океане мнений и информации относительно вопросов брака и семьи. Что-то случилось? У нас кто-то заболел? Я решила, что нужно заняться здоровьем. Почему так вдруг? Понимаешь, мужу нужна здоровая жена, а детям здоровая мать. И, конечно, радоваться жизни лучше, когда со здоровьем все в порядке. Но как часто мы следим за своим физическим состоянием? Современные женщины больше переживают по поводу внешних проблем – целлюлита или растяжек на груди и животе, забывая о более важных вещах. Мы отдаем кучу времени, сил и финансов, посещая фитнес-клуб, салон красоты или бегая по магазинам. Может, и правда, стоит раз в год выделить время и оценить состояние своего физического здоровья? Особенно это касается женщины-матери. Ведь предупредить болезнь намного проще, чем лечить, особенно в запущенном состоянии. Айман, почему здоровье особенно важно для женщины-матери? Только здоровая мать может выносить и родить здорового ребенка. Только здоровая мама может воспитать здорового ребенка, здорового не только физически, но и психически уравновешенного, полноценного члена общества. Чтобы говорить о здоровье матери, давайте прежде дадим определение понятию здоровья вообще. Айман, итак, что такое здоровье? Это когда у тебя ничего не болит. Именно так считает большинство людей. Но… Но это неверное понимание. Здоровье по определению Всемирной организации здравоохранения – это не только отсутствие заболеваний, но и состояние физического, психического и социального благополучия. Женя, значит, здоровье – это не обязательно состояние, когда у тебя ничего не болит, а когда у тебя все хорошо. Верно. Айман, как ты думаешь, с чего начинается забота о здоровье матери? Я расскажу тебе эпизод из моей жизни. Как-то, узнав, что жду ребенка, я пришла в женскую консультацию становиться на учет. Мне врач прямым текстом сказала: «Ваше здоровье меня интересует сейчас меньше всего. Главное – здоровье ребенка». Я так и опешила. Конечно, ребенок важен, я не спорю. Но разве ребенок внутри и сама мама не одно целое? Как-то странно получается, но, к сожалению, это так. Поэтому, думаю, забота о здоровье матери начинается с самой заботы. Силы матери нужно заботливо хранить.
Вместо того, чтобы растрачивать ее драгоценные силы на утомительный труд, нужно сократить ее заботы. В интересах семьи оберегать мать от всех излишних обязанностей и использовать все средства, имеющиеся в ее распоряжении для сохранения жизни, здоровья и сил, дарованных ей Богом. Потому что ей нужно будет энергично применять все свои способности, чтобы исполнить свое великое дело. Естественно, возникает вопрос, кто должен заботливо беречь силы матери и оберегать ее от излишних обязанностей? Мы решили спросить об этом прохожих. Кто и как должен заботиться о женщине-матери? Заботиться все должны. Я думаю, во-первых, сыновья. Я считаю, что все члены семьи должны беречь женщину-мать. В первую очередь, наверное, дети. Это только должен беречь мужчина. В полном смысле этого слова. И мужчина, сын, внуки, правнуки. Имени только слово мужчина. Наверное, вторая половина сильная. Но дальше, наверное, дети, я так думаю. В первую очередь мужчина, наверное. Как? Со всей силы, наверное. Если сам отец хорошо относится к своей жене, также будет поступать его сыновья и к своим женам, и к своим матерям, я так думаю. Мне понравился опрос. Наши люди в большинстве своем понимают важность заботы о матери. А на мой взгляд, понимать и действительно проявлять заботу о женщине – это две большие разницы. Часто муж и отец не знаком с физическими законами, соблюдать которые необходимо ради благополучия семьи. Поглощенный добыванием средств к существованию или занятый приобретением богатства, подавленный заботами и трудностями, он допускает, чтобы жена и мать несла ношу, которая истощает ее силы в наиболее критический период, что приводит к слабости и болезням. Каждая женщина, независимо от степени ее уверенности в себе, нуждается в мужчине, на которого можно положиться. Ей необходим сильный и одновременно нежный муж. Священные писания учат мужей обращаться с женами как с немощнейшими или как с хрупкими сосудами. Айман, как ты считаешь, а в чем заключается эта хрупкость? Ведь женщины живут приблизительно на 8 лет дольше мужчин, меньше болеют. Среди мальчиков смертность выше по статистике, чем среди девочек. Женщины слабее мужчин и более уязвимы в эмоциональной сфере. Их легче обидеть и оскорбить. Именно поэтому женщине так необходимо сочетание силы и нежности со стороны мужа. Нежность мужчины проявляется в заботе о жене, бережном отношении к ней. А сила выражается в твердости характера, в смелом взгляде на будущее, когда мужчина не робеет перед лицом трудностей, а уверяет жену: «Положись на меня, мы все преодолеем, все будет хорошо». Женщина также ждет от мужчины активных действий в проблемных ситуациях. Ей нравится, когда он способен принимать решения и нести за них ответственность. Но нельзя думать, что здоровье матери зависит только от мужа и семьи. Часть своего времени она, мать, должна заниматься физическими упражнениями, чтобы укрепить свое здоровье для домашней работы, совершая ее бодро и тщательно, становясь светом и благословением для семьи. Все женщины должны заниматься физическими упражнениями. Айман,
А ты следуешь этому совету? Честно? Нет, так не хочется подниматься. Под теплым одеялом так тепло и уютно. Я думаю, что смогу решить твою проблему. Смотри. Наверняка каждый из нас сталкивался с тем, что, просыпаясь рано утром, так не хочется вылазить из-под теплого одеяла, идти делать зарядку или бежать на пробежку. Сегодня я покажу вам несколько упражнений, благодаря которым вы сможете взбодриться, привести свои мышцы в тонус, не вставая с постели. Единственное, что вам понадобится, это скинуть свое одеяло. Итак, первое упражнение – мы ложимся на живот. Руки вытягиваем вперед, ноги на ширине плеч. Теперь поднимаем правую руку и левую ногу одновременно на расстоянии 10 сантиметров от пола и держимся в таком положении 10 секунд. Затем возвращаемся в исходное положение и то же самое проделываем левой рукой и правой ногой. Также держимся 10 секунд. Затем возвращаемся в исходное положение. Это упражнение повторяем 5-6 раз. Втягивая живот, мы отрываем таз от пола, чтобы тело составило прямую. И задержимся в этом положении на 5 секунд. Затем возвращаемся в исходное положение. Это упражнение мы повторяем 2-3 раза. Для следующего упражнения нам необходимо будет встать на коленки и опереться на свои ладошки. Поднимем правую ногу вверх настолько, насколько позволит вам ваша растяжка. Затем подводим колено к груди, но не опускаем его. Затем поднимаем опять и так несколько раз. То же самое делаем с другой ногой. А для следующего упражнения нам необходимо будет лечь на спину. Ноги сгибаем в коленях, руки вдоль тела. Приподнимаем таз до максимума, затем опускаем. Это упражнение очень полезно для ягодичных мышц. Это упражнение повторяем 10 раз. Для следующего упражнения нам необходимо будет сесть. Одну ногу сгибаем в колени, а другую приподнимаем и держим в течение 10 секунд. Затем то же самое делаем с другой ногой. Это упражнение повторяем 5-6 раз для каждой ноги. Для следующего упражнения нам необходимо будет лечь на бок. Нижнюю ногу мы сгибаем в колени, а другую подтягиваем как можно ближе к голове. Это упражнение очень хорошо для растяжки. Теперь то же самое делаем на другом боку. Я надеюсь, что этот несложный комплекс упражнений поможет вам держать ваши мышцы в тонусе и подарит хорошее настроение на весь день. Спасибо! Я обязательно воспользуюсь идеей делать зарядку в постели и очень надеюсь, что этот способ понравится и другим женщинам. Малоподвижность в наше время проявляется в жизни каждого. Мы предпочитаем ездить вместо того, чтобы пройтись пешком. Для нас проще подняться на лифте, чем по ступенькам. Работа у большинства из нас тоже сидячая. Между тем, такой образ жизни ведет к болезням, сердечным заболеваниям, диабету, остеопорозу, раку, подавленности и депрессии. Недостаток физической нагрузки является одной из причин потери умственных способностей. Насколько же малоподвижность увеличивает риск этих заболеваний? Вы будете удивлены. Исследования доказали, что пренебрежение регулярными физическими упражнениями хуже, чем курение. Те, кто пренебрегают регулярными физическими упражнениями, имеют точно такой же риск, как и те, кто курит. Или как те, кто имеет очень высокий уровень холестерина. Поэтому для нас очень важными являются занятия физкультурой. Идеальным физическим упражнением является ходьба,
Она ничего не стоит, безопасна и доступна каждому. Нам необходимо заниматься физическими упражнениями ежедневно, не менее 30 минут. Это время можно разбить на несколько частей, набирая полное количество в течение дня. Воля Божья ясно изложена в отношении матерей. Он хочет, чтобы они с помощью наставлений и примеров отстаивали реформу здоровья. Они должны твердо придерживаться принципа ни в коем случае не нарушать физических законов, которые Бог установил для всего сущего. Отстаивая истинные цели с неизменной честностью, матери получат моральную силу и благодать от неба, чтобы их свет сиял в мире, отражаясь на их верном пути и в благородных характерах детей. Женя, а что такое реформа здоровья? Это словосочетание мне не особо понятно. Попробуем объяснить. Здоровье – это наше богатство. Ни одно из этих достижений не может сделать человека счастливым, если у него не будет здоровья. Злоупотреблять здоровьем, дарованным нам Богом, ужасный грех. Подобные злоупотребления делают нас слабыми перед жизнью, и проигрыш неизбежен, даже если нам и удалось ценой здоровья получить самое высокое образование. Поэтому суть реформы здоровья состоит в том, как важно есть, пить и делать все остальное во славу Божью, то есть так, как угодно Всевышнему. Богу угодно знание и соблюдение принципов здорового образа жизни. Его план очень прост. Это правильное питание. Физически активный образ жизни. Употребление достаточного количества воды. Чистый воздух. Солнечный свет. Воздержание. Отдых. Честность. Правильный выбор. Экология. Оптимизм. Вера в Бога. У нас будет возможность поговорить об этих принципах подробно. А сейчас есть еще одно важное напутствие мамам. Мать должна в совершенстве владеть собой. И чтобы добиться этого, она должна принять все меры предосторожности против любого физического и умственного расстройства. Ее жизнь должна проходить в согласии с Божьими законами и законами здоровья. В наше непростое время очень трудно в любой ситуации быть уравновешенным и невозмутимым, сохранять самообладание, не взрываться, не выходить из себя. А наши срывы зачастую имеют такие тяжелые последствия, что просто необходимо научиться владеть собой. Я, кажется, догадываюсь, что здесь произойдет через несколько минут. И что же? Ты решила выместить что-то на этом несчастном? Открой секрет. Он – это наш начальник или твой муж? И почему ему уготована сия горькая участь? Нужно как-то успокоиться. Я с утра в плохом настроении, а сейчас на грани срыва. Хочу тебя разочаровать. Ты зря все это сюда принесла. Это когда-то считалось, что держать в себе гнев, ярость, раздражение, то есть негативные эмоции, вредно для здоровья. Было время, когда по рекомендациям психологов западные работодатели устанавливали в офисах чучело начальников или приобретали недорогую посуду, чтобы в порыве эмоций можно было швырнуть очередную чашку об стенку. Первыми такой метод снятия напряжения и разрядки от негатива применили японцы и всерьез считали, что это приносит желаемый результат.
Однако время идет, и исследования ученых не стоят на месте. Теперь психологи занимают противоположную позицию и считают, что подобные меры не только не приносят пользы, но и способствуют повышению уровня негатива, так как при этом не устраняется сам конфликт. Привычка вымещать раздражение на посторонних предметах, например, бить посуду или рвать вещи, увеличивают природную агрессивность человека. Причем, чем дальше, тем труднее таким людям вообще сдерживать себя, потому что они не привыкли это делать. Несдержанность как в обществе, на работе, так и дома среди родных и близких людей ведет в конечном итоге к ухудшению отношений, а то и к разрыву вообще. Выход один. Учиться оставаться спокойными в сложных ситуациях. Но как это сделать? Первое, что нужно запомнить и попытаться понять, чтобы применить это в жизни, это основное правило. Не можете изменить ситуацию. Измените свое отношение к ней. Если вы попали в трудное положение, прежде всего необходимо успокоиться, чтобы начать мыслить конструктивно. Для этого попытайтесь представить, будет ли вас волновать эта же проблема через неделю, месяц, год. Вы увидите, что как только схлынет острота, пройдет обида, вся ситуация покажется незначительной и совсем не такой безвыходной, как вы считаете сейчас. Обязательно попробуйте найти в сложившемся положении дел что-то положительное. Как правило, не бывает так, чтобы присутствовала одна черная краска, и ваша задача – посмотреть на ситуацию со всех сторон. Да и как ни грустно отметить, но жизненный опыт мы накапливаем чаще всего после пережитых стрессов, нежели в радостях. Научитесь сдерживать первый порыв. Будь то желание высказать слух наболевшее или уйти, хлопнув дверью, досчитайте про себя хотя бы до 10 и постарайтесь, чтобы ваше дыхание оставалось спокойным и ровным. Одна тарелка, две тарелки, три тарелки. А заодно задайте себе вопрос, так ли важно то, что вы хотите сейчас сказать, или же эта попытка оставит за собой последнее слово. Ваше молчание может погасить остроту ситуации, в то время как несдержанность раздуть конфликт до неимоверных размеров. Может быть, стоит оказаться выше, например, бытового конфликта, обид или чужой невоспитанности. В споре, выясняя отношения, критикуйте явление, а не личность человека. Если вы чувствуете, что раздражение сильнее вас, попробуйте отложить разговор, пока вы не успокоитесь. Например, можно сказать мужу, что вы сейчас не понимаете друг друга, поэтому лучше отложить разговор, а самим хорошо подумать над ситуацией. Очень важно научиться расслабляться. Если вы обратите внимание, то в момент вашего напряжения все мышцы тоже напрягаются. А ученые доказали, что расслабленному человеку труднее рассердиться. Если вы уже начинаете закипать, напрягите мышцы всего тела, оставив спокойными только лицо и шею, а затем резко расслабьтесь, представляя, что вы избавляетесь от тяжелого груза. Этот нехитрый прием позволит избавиться от напряжения и взять эмоции под контроль. Берегите себя и свою нервную систему, и точно так же берегите своих близких. Не позволяйте себе проявлять к ним агрессивность или приносить в дом весь негатив, накопленный за трудный рабочий день. Если на раздражение и злость ответить тем же, то конфликт лавиной обрушится и накроет вас. Если суметь совладать с собой, то спустя некоторое время вы сами поймете, что избежали серьезных осложнений. Дорогие девочки и девушки, мамочки и будущие мамочки, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Всегда помните о своем здоровье.
Только здоровая женщина может выносить и родить здорового ребенка. Только здоровая мама может воспитать здорового ребенка. Здорового не только физически, но и психически уравновешенного, полноценного члена общества. Поэтому мы и говорили сегодня о том, как быть здоровой. А наша следующая передача расскажет о том, как быть красивой и успешной. И когда в очередной раз вы махнете на себя рукой, мол, болит, переболит, остановитесь и подумайте. Ведь вашим детям нужна здоровая мама. А вашему мужу счастливая и веселая жена, которая не стремилась бы выместить все огорчения на невинном чучеле. Любите себя и будьте здоровы. Счастье в семье – это возможно. Счастье в семье – это возможно, если… Если следовать настоящим принципам создания счастливой семьи и прекрасного дома. Если знать эти принципы, использовать их и верить в благословение Бога, того, кто дал их человеку. Мы прощаемся с вами. До свидания. До новых встреч.